А теперь о вере в справедливость. Российские дипломаты сегодня встретятся с Марией Бутиной. Ее до сих пор не выпускают из одиночной камеры. Девушку арестовали, напомню, в США этим летом по обвинению в незаконном лоббизме. Причем условия содержания, как будто она особо опасная уголовная преступница. Фактически Бутину полностью изолировали, чтобы психологически сломить. И 2 недели назад она вынуждена пошла на сделку со следствием. Признала свою вину по одному из пунктов обвинения. Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы или штраф 250 тысяч долларов.